Всем привет, друзья! Меня зовут Светлана, я думаю, знаете, а сзади меня сидит Александра. Александр – это друг нашей семьи, и я думаю, вы помните, на канале у Юры Азаровского мы продавали квартиру твоих родителей. Да. Да. И вот теперь можно официально поздравить, Александра продала квартиру родителей, и она обратилась ко мне по поводу того, что нужно что-то сейчас купить взамен. И вот сейчас Александр расскажет о том, как она пришла к этому выбору, и вообще расскажет вам о том, как со мной, в принципе, ей общалась, работалась уже на поприще недвижимости. Так, ну да, на самом деле очень хорошо, когда у тебя в друзьях человек, который разбирается в рынке недвижимости, а перед тобой стоит нелегкий выбор, что же сделать. Да, мы продали квартиру родителей, в которой я прожила с самого рождения, вот, но родители сейчас живут с нами, и, в общем-то, та квартира нам была уже и не нужна. Но так как деньги обесцениваются моментально, то их нужно куда-то было вложить, и вот сели со Светой и покумекали, что же можно подобрать, исходя из наших финансовых возможностей. Ну, мы смогли взять, продав двухкомнатную квартиру, мы смогли взять только, ну, можно сказать, как студию в Анапе на стадии строительства. То есть на данный момент дом, в котором мы берем квартиру, 16-этажный, построено только 2 этажа. То есть это для понимания того, что в самой Анапе жилье очень дорогое. Вот. И оно будет только становиться дороже. Мы сейчас берем по одной цене, с нового года, как нам сказали, цена возрастет на 4000 квадрат. То есть уже будет удорожание такое. Вот. И Свете хочу сказать большое спасибо за помощь в том, что она помогла сориентироваться по ценам, сориентироваться, что есть за те деньги, которые у нас были, вот, в каких объектах. Посмотрели схемы квартир, планы квартир, что есть в наличии, разобрались, что куда, какие окна смотрят на проезжую часть или наоборот во двор. То есть все вот эти нюансы, большое спасибо, Света помогла, в общем-то, понять и определиться с тем, что нам подходит. И вы должны понимать, что дело не в том, что да, мы там друзья, хотя и в этом тоже большое дело, но на самом деле для меня большой разницы нет, будь то Александра, будь то любой кто-то из вас, потому что на самом деле я подбирала, вот честно тебе скажу, как себе квартиру, и, видимо, благодаря этому, да, и ты тоже поняла, что я плохой вариант не подсказала. Ну что, да, те варианты, которые были, в общем-то, нам и подошло. Да, вот самое главное, что ты бы посоветовала бы, если бы кто-то вот из твоих знакомых стал искать недвижимость, посоветовала бы работать со мной или обратиться ко мне по недвижимости? Ну, конечно, потому что человек не может сам найти всю информацию адекватно, например, основываясь на Авито. То есть это достаточно сложно. На Авито все уже знают, да, что очень много фейков, очень много каких-то непонятных цен, и заниженных есть, и завышенные цены. И от застройщика напрямую вы тоже там особо не найдете. А когда вы обращаетесь к человеку, который владеет информацией, вы просто намного быстрее все это понимаете, у вас в голове рисуется картинка, что вам нужно, и свои возможности со своими хотениями как-то приходится, в общем-то, дружить. И вот тогда, да. Не, ну я считаю, что нужен человек, который владеет информацией по базе недвижимости, по тому региону, в который вы хотите переехать. И плюс большой в том, что Александра, я думаю, знает и понимает, что даже если в какой-то момент она передумает и захочет продать потом в итоге эту квартиру, она ее сможет с легкостью продать, потому что цена растет, как Саша и сказала, и уже даже с Нового года повышаются цены от застройщика или от других риэлторов. То есть все повышается, у нас рынок быстро растет, развивается, она позастраивается большими темпами. И я думаю, что в Анапе проще продать, чем в Анапской, согласись, тем более в новом доме, в строящемся доме. Ну, если бы, наверное, в Анапской тоже был новый дом, и он был только что построен, тоже не было бы каких-то сложностей. Но у всех разные ситуации жизненные. Кому-то надо переехать уже в готовое жилье, в котором можно жить, и которое стоит недорого. Это был вот наш вариант, та квартира, которая у нас была. Вот. А кто-то может позволить себе подождать год или два и вложиться на стадии строительства. То есть тут уже каждый сам решает для себя. Но то, что цена растет, и, не знаю, в нашем государстве пока недвижимость остается самым
выгодным. Таким вот выгодным вариантом, да, если нужно эти деньги вложить и не потерять их буквально там через месяц, через два. И тем более ты понимаешь, что застройщик надежный, качественный, он сдаст свой объект, то есть не будет долгостроя. Я буду на это надеяться, я не буду его прям нахваливать, там, рекламировать или еще что-то. Просто будем на это надеяться, что все это достроится, так как объектов уже достаточно много сданных. Ну, спасибо тебе большое. Кстати, пожалуйста. Вот Александра меня поздравила с новогодними праздниками. В общем, тут очень-очень много полезностей для моих волос. Большое тебе спасибо. Пожалуйста. Кстати, приятно было вот не только, да, встретиться и подарок получить, и услышать, на самом деле, такие теплые слова. Я искренне надеюсь, что я действительно тебе помогла, то, что отсекла все ненужное, лишнее, то есть, как бывает, да, риэлторы все подряд предлагают. Нет, мы остановились. Мне кажется, на самых оптимальных вариантах, да, что изначально тебе подошло. Вы можете быть уверены, что даже не можете не покупать через меня, но проконсультировать всегда я вас смогу и подскажу действительно хороший вариант, как себе. А на этом все. Большое тебе спасибо за гостеприимство. Пожалуйста. Мы тут уже за кадром пьем чай во всем с вкусняшками. Кстати, какая, смотрите, интересная елочка. Можно я, да, покажу? И у нее, смотрите, какой есть фонарь. Шикарный фонарь. Он рабочий? Да. То есть вот у нас Александра, чтобы вы понимали, это творческий человек, рукодельница. Она дом превратила в такую уютную зону. У него все новогоднее настроение, даже есть уже елка. Мы с Александрой заранее, кстати, поздравляем вас с наступающими праздниками, Новым годом, Рождеством. После новогодних, я думаю, мы обязательно тоже увидимся. Ну, вы же уезжаете, так мы на новогодние увиделись. Да, 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 поэтому я заранее поздравляю тебя и всю твою семью с праздниками, а я думаю, после Нового года уже увидимся на нашей любимой веранде в тихой домашней атмосфере. Все, друзья, всем пока. Надеюсь, все было интересно, полезно. То есть человек абсолютно спокойно рассказал о том, как я помогаю людям определяться жильем, даже вот без всяких там каких-то коммерческих интересов. Чисто, душевно и по-человечески. Мне кажется, это самое главное, почему ты ко мне обратилась, потому что ты прекрасно знаешь, что я не буду тебя вводить в заблуждение, я знаю, что как бы мне с этим человеком общаться, да также и с вами, то есть те люди, которые переезжают, я хочу, чтобы мы были всегда в теплых взаимоотношениях и в любой момент могли вот так же встретиться, попить чаю, поболтать, и мне не стыдно было бы вам смотреть в глаза. По крайней мере, мне сейчас абсолютно не стыдно, и по ее глазам видно тоже, что она в целом довольна. Ну все, друзья, всем пока-пока. До новых встреч!